Всем здорово, парни, с вами Голд, и помимо меня, вас сегодня ждут видеоролики Лорд, Телис, Шарипов и Цезарь. Это просто лютейшая мега-коллаба, которой никогда не было на просторах Ютуба. Мы будем наводить движ Париж за фракцию ФСБ. Ну а если ты хочешь играть вместе с нами, то по ссылке из описания качай игру, заходи на сервер Green или любой другой сервер и вводи мой промокод GOLD, который даст тебе 300 тысяч рублей, а также X2 Boost прокачку. Это тебе обеспечит быстрый старт. Ну а мы усаживаемся поудобнее, естественно, и мы поехали! Одежда из багажника, после чего надел одежду. Давайте так, три, давайте, получается, ребят. В мультивене, две в буханке. Да, да, да. Да, мы сняли сам буханки, а вы все в мультиване. Алло, меня слышно? Да, 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 слышно. Говорю, мы с тобой должны в буханке быть. Нет, Цезарь, ты будешь самым крутым, ты же наденешь себе деловой костюмчик и будешь выходить из мультивена, такой типа... На льте идти! А два типа берут и просто вяжут их. Ну все, базар, поехали. Ты понял примерно, да, что я имел в виду? Я буду вязать, потому что, ну, мне через скрипт очень просто, мне главное идти. Все, хорошо, мы тогда чисто на подхвате будем. Все, да, вы на подхвате. Вы тогда дадите нам команду, и все, мы подлетим. Все, ребят, я переоделся, все, я уже в рыжике, вот Телис тоже уже в прикидончике. Мы прыгаем в буханку, давай, Телис, прыгай туда за руль. Ребят, все абсолютно снимает, и вы будете видеть видео со всех ракурсов абсолютно. Вообще со всех ракурсов, что очень интересно и необычно, в принципе. Слушай, Телис, а раз мы... А ну, в принципе, давай не будем переодеваться. Вы знаете, тихо-тихо. Этот Алекс Кауфман сейчас находится возле нотариуса Арзамаса, то бишь 500 метров от нас. Будем задерживать? Уже? Да. Да, погнали, погнали. Серьезно? Подъезжайте. Да, 700 метров, да, вон, да, мы, да, видим, да, его. За, получается, к нотариусу. Он на перекрестке. Пакуем, пакуем тогда его. Погнали. Давай, короче, все максимально четко сделаем. Сначала мы подъедем, перекроем ему дорогу, а потом вы уже сзади. Давайте, подъезжаете. Мы тогда не палимся, пока смотри, отъедет. Да, вы пока не, Андрюх, палим. Смотри, как, да, мы, да, делаем. Слушай. Подъезжаем, типа, братишка, дай денег, пожалуйста. Как-нибудь так, знаешь, что можно голос искривить свой, чтобы он не понял, кто это. Типа такой... Дай денежек, пожалуйста. Нам на бенз не хватает. Ну, добро, добро, сейчас попробуем. Так, где он? 600 метров, дальше, дальше, дальше. Вижу. Поднажми, Телис, поднажми. Мы на перекрестке стоим, если что. Подожди, а на какой он тачке? Хорошо. Он вроде ламба. Все, поехали, поехали, вот они. Все, поехали. Да, все, все, двигаю, двигаю. Куда они поехали? Вот они стоят. Как раз. По прямой, по прямой. Да, вот они по прямой нужно ехать. Это они, это они. Да, да. Братишка, братишка. Выходим, выкидывай, выкидывай, выкидывай его, выкидывай, остановись. Да, ёмай, тихо, в тачку прыгай. Постнул нас, давай, давай в тачку, давай, за ним быстро. Давай за ним, за ним, гол, гол. А он пришел наезд, могли стрелять. Он наезд сделал? Да, да, на меня наехал. Да. Засняли это. К обочине не прижимаемся, говорю. По нему не стреляй. К обочине быстро, к обочине. Останавливаемся. За ним, за ним, быстрее, за ним, за ним. Давай, 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 догоняй. Он под преследкой, я тихо. Тихо, понял, понял. Волгомута сейчас не подсел. Все, нормально, его. Не успеет. Есть, молодец. Погоди. Тачку, тачку, все, тачку, стоп, быстрее, тачку, стоп, аккуратно, быстрее. Сразу спаливаем. Я с мультивеном побегу. Убегает, тормози, алло. Он тачку сейчас сесть. Прыгнет, тачку прыгнет сейчас, тачку прыгнет. Рама, бери, бери мультик. Тихо, тихо. Почему у меня по нему дубинка не работает? Подгонять. А, он абьюзит, слушай. Нужен. Абьюзит? Все, я взял. Тихо, сейчас да, скидываю. Да, да. Садите его, садите быстрее. Да иди сюда, Дима. Все, хорош. Все, быстро снимаемся, снимаемся быстро отсюда. Тихо, Голд, остановись, Голд, остановись. Садись, 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 открыл. Ладно. Я сел. Все, быстро снимаемся, не палимся, сваливаем. Все, первый есть, первый на крючок попался, есть. Чуть-чуть. Вы его обыскали? Демки были, но ничего страшного. Я, да, не понял, да, почему я его бил дубинкой, ему вообще похуй было. Да, там какая-то такая непонятка была. Понял, абьюзил? Вот в чем прикол. Он пытался сесть, а тот тип не пускал его. Все, ну, давай его из автомобиля человека. Достал часовым перчатком, начал бить человека напротив. Он пустой. Достал рацию с пояса, затем вызвал дежурного, забрал дежурного КПЗ. Я его обыскивал, он пустой абсолютно. Ну все, первый есть. Ну давайте, давайте. Что еще возьму? Что-то здесь продают такое непонятное. Я не пойму, что они вообще продают. Они торгуются. Чувак подъехал на черном иксе, в общем, тонированном, и они что-то здесь торгуют чем-то. Секунду, я сейчас дверь закрою, погодите. Так. Ты у них спроси. Вот, у них дальше сделка. Все, они
Провели сделку, чувак грузит все в багажник. Они оба открыли багажник, и туда, короче, что-то скидывают. Бляха, муха, интересно, чего они туда скидывают. Блин, нам бы узнать, конечно. Если наркота, допустим. Да, да, вот чувак на черном иксе без номеров торгуется с каким-то чуваком на... Это что такое? Это какой-то вообще грузовик? А, это Мерседес. Грузовик. Они дальше торгуются. Это наркота, скорее всего. Ну, я не знаю. Там несколько раз надо передавать. Это может быть наркота. Братик, стой. Это по-любасу наркота, пацаны. Это по-любасу наркота. Опа. Тихо, чувак упал в ломку. Он сейчас заюзает, верно? Да, скорее всего. А ну-ка. Лежит в ломочке. Нет, просто сбил. Да, вроде бы не юзал. От души. Так, тихо, они попрощались. Будет еще, пиши. Сел черный X. Надо за унимогом ехать. Надо за унимогом. Прыгай ко мне. Грузовик выехал. Гоним за унимогом. В какую сторону? А, вижу. СС. Вижу, вот он едет. И уезжает 24/7. Черный унимог именно. Mm-hmm. Черный унимог. Движемся за ним, на хвосте. Поворачивает направо, движется в сторону... Да не туда поехали, за нами поехали. Он во дворы заехал. Я за ним еду. Мы у него. Мы за ним. Стой, он вышел, в дом идет. Он в дом бежит. Останавливаемся на месте. Все, работаем. Работает ФСБ. Работайте быстрее. Вместе стоим. Руки поднял. Все, я задержал. Достал лом. Достал чистыми перчатки, начал обыскивать человека напротив. Он пустой. Еще начал обыскивать транспортное средство. Он все в багажник приложил. Машина. Че в машине? Пусто. Бляха, они все викс! Это виксе все было! Они все викс грузили, твою мать! Ты номера запомнил? Он без номеров был. Бляха. Твою мать. Ну и что делать? Твою мать, скажи, что ошибка. Свободно. Вы в следующий раз Дэджик Тайди. Дэджик Тайди приготовьте. Дай бог, ну, давай сейчас попробуем еще раз. Мужики, прячьтесь на мультиване. Да, мы закусываем. Мы далеко заезжаем, мы едем год отсюда. Все, короче, где-то поблизости спрячьтесь. Я сейчас пройдусь и просмотрю, что да и как. Ты также буханку сюда не вези, где-то оставь ее там. Можно на СТО спрятаться. Тут подъехал этот 171-518. 1, 7, я вижу 5, его 1, сам. Да. Это он? Подъезжай, Голд, едь. Да, это он. Подъезжай, не того. Он с оружием был. Быстрее, подойди. Ударь его. Попал. Быстрее, вяжем. Охраняем. Вон. Быстрее, подойди. Ударь его. Заезжайте быстрее, мужики. Мы едем. Охраняем. Остаемся на месте. Все остаемся на месте. Стоим на месте, все, никуда не рыпаемся. Спокойно. Есть, попался на ешке. Быстрее, багажник вскрывай. Быстрее, давай. Взял за руку человека напротив. Достал честь переключать на человека напротив. Так, секунду. На месте, говорю, стоим, соблюдаем тишину. Машина пустая. Тут пустая девочка. Сейчас не в том положении, чтобы что-то говорить, гражданин. Ноль, багажник чист. Багажник чист, пожалуйста, мужики. Багажник чист. Да, обыскивать его. 75 грамм чая. Это, видимо, хотела купить. Он на максималке. Пожалуйста, удалите свой канал. Да, пустая. Удали свой канал. Вот это интересный контент. Там девочка пустая. Отпустили? Все. Давайте покурить его возим. Открыл верму. Садите в мультиван. Валим отсюда. Да, снимаемся быстро. Дайте ему мут, чтобы не орал. Да. Он у меня вылетел. Посадите его. Он вылетел. Покуйте его обратно. Он вылетел. 39. Не, подожди, он в воздухе. Он в воздухе висит, да. Все, сел. Все, теперь сел. Давайте в тачку и едем в самое ближайшее отделение. В ДПС едем. Сейчас мы красиво сработали с тобой. Да, сейчас идеально вообще. Четко. Идеально. Все, мужики, мы его наверстали, видите? Смотрите, желтую Феррари, видите? Там водитель в розыске. Где? Опа. А, который мы мимо сейчас проехали? Да, он возле нас стоит. Вы возле ДП стоите? Он спалит, он значит, что это я стою. А, ну он... Так, ну мы его не повяжем, мы его не догоним просто. Если он... Да, мы не догоним, пацаны. Смотри. Он за нами едет. Да гениальный тактик, чекай. Терес гений. Он тупо за нами едет. Ребят! Его можно за нами выманить. Не-не-не, мы сейчас делаем по-другому. Около русской мафии есть же вот этот дом? В котором только один выезд. Понял, Рамиль? Да. Туда сгоняйте. Да, мы тут близко. Да, все, они заехали. Все, перекрывайте. Быстрее газуйте. Тут на дорогу выйдем.
Чё у тебя, Матео? Давай, быстрее! Тебя? ID, Телес. 5-5-2. Чё, сопровождение? Зачем нам сопровождение? Да не сюда. Они сюда заехали, сюда. Да, перекрывайте, да. Остановись. Перекрыли? Да. Отойди, я поставлю. Да, ребят, шипы ставь. Всё? Выходим? Телес, выходим? Шипы ставь. Шипы поставь. Шипы ставь. Да сейчас. Лято, мужики, готовятся! Всё! Поехали! На прицел, погнали! Из автомобиля выходим! Из автомобиля! Он без колёс! По колёсам! Из машины вытаскивайте быстрее! Бегу! Далеко! Останавливаемся, господа! Надо! По колёсам дал! Надо! Из машины быстро! Надо, дядя, надо! Он со стволом вышел! Стреляй! Не того пулите, надо другого! Так он начал стрелять, в смысле не того. Всё, убил, хорош. Положил этого. Добить. Улетел. Давайте с Феррари здорово, работайте здорово. Быстрее, работайте по нему. Тейзер, давай, погоню. Давай. Один за ним, я тут жду. Да, все. Заходи внутрь. Я захожу. Давай. Зашел внутрь. Мы стоим. Давай, речаем. Ждем. По сторонам ждём. Смотрите. А тут еще ребята подъехали. На нем преследование. Его тут нет. Он офнулся. На нем преследование же. Ну его тут нет, к сожалению. Он, короче, смотрите, у меня-то перенес. Да, взлом автомобиля у нас. Где может есть? Поедем? Газуйте. Он на порту. Как можно успеть? 2600 порт. Поехали, порт. Сейчас. Назад, все. Назад. Да я пробивал где. Так. Да, порт. Прописать СОС, да? Нет, да, не СОС. Да, список вызовов смотришь, и там очевидец сообщил. Очевидец, вижу. 2000 метров. Валим туда быстрее, Скажите, какая машина? Номера запомните, тачки? Паджеро. 88 ЕС. Да Паджеро, он один на всем сервере. А, да? Да, это непопулярная машина. Не ликвид. Ладно, окей. Давай. Вы там уже подъезжаете где-то? Мы из Арзамаса только выезжаем. Подожди, там взламывает. Стой, а, уехал. Подожди, там взламывает. Он уехал. Прямо. Едь. Газуй туда. Я заезжаю. Вот он. Уезжай. Да, это он, белая. Айди его. 157, 157. Дай денежку, пожалуйста. Кинул преслед. Нам не на ремонт хватает. Из машины выходим, быстро. Я преслед кинул ему. Работаем. Останавливаемся, из машины выходим, живо. Коробку его. Давай. Нет, все, в машину. Телес, загоняй. Загоняй быстрее, Телес, загоняй. Давай, поехали. Все, за ним преслед. Вот это фура сраная. Мужики, давайте нас догоняйте, мы его ведем. Мы его ведем направо, свернул. Да, видим. Сторона Кёрниса едет, давай я буду координировать. По колесам полить может Элис? Нет. Преды. Хотя он таранил нас. Таранил, да. Давайте мы будем палить. Мы ближе к нему сейчас. Они продолжили, а ну вы их видите. Догоняйте быстрее, топите тапочку за ним. Короче, мы сейчас тупо прямо едем, по левую руку только первым приезжаем. Давайте. Вы стреляйте. Срезай его тут аккуратно. Дайте по колесу ему плюху одно. Давай. Достает. Мы Роснефть уже приезжаем с лесопилкой. Он в ДТП попал, И мы попали. Автобус. Стреляйте пока. Блять. Вы где, ребят? Он поломан, Бегу за ним. Бегу, видим вас. Я ему дорогу перекрыл. Воду. Машина будет скорее всего респавниться на порту. Давайте его убьем. А, убиваем воду. Уплывает. Вот все, я его немного. Все, молодцы, красавчики. Так, подожди, машина в порту заспавнится, Телес говорит? Возможно, очень возможно. Ну красиво, конечно. Если мы успели перекрыть... Это было вообще идеально. Тупо на горячем. Где вообще чаще всего на... Да, он заспавнился, Стоит под Джерик, парни. Давайте прячемся, ребят, ждем его. Валим. Слышите, мы его на буханке будем цинковать, а вы, наверное, просто спрячьтесь на выезде с порта где-то. Да, мы на выезде. Смотрите, в ангар прячемся. Мы в первый ангар, вы во второй ангар. Окей. А вот, мы видим вас. Че, да я развернусь. Телес, да, стой здесь, открой дверцу. Зачем? Будь открыт. Я выйду на улицу и буду стоять здесь на стрёме возле контейнера. Да, прям на входе. Все, я стою вот здесь. Если что, я дам сразу инфу. Он же сейчас сюда подъедет, верно? Ну, должен. У него еще контракт не слетел. Смотрите, как мы сделаем. Есть немножко лучшая идея. Мы за ним туда не поедем, потому что коллизии там нету. Мы поедем сразу к КПП
и там ставим шипы ему. Да, да. Сначала мы должны его спалить. Да. А как мы поймем то, что это он? Вдруг это... Хотя нет, только дальнобой ездит. На это вы там и стоите, на это и расчет, так, что вы там стоите. Там что-то пролетело. БМВ поехала, желтая БМВ туда, прям туда заехала. Мы едем шипы ставить, окей? Да-да-да, на шипы поехали. Подожди, сейчас посмотрим, взламывает он или нет. А ну-ка. Проверьте, Телис. Да, проверьте, а мы шипы ставим. Телис, выезжай. Я сажусь. Туда заехала желтая БМВ. Сейчас мы типа... На открытую дверь затем достал шипы. Выезжай, тихо-тихо. Не знаю, проезжай быстро. Выезжай. Это он? Да. Кинул шипы на дорогу. А нет, это еще, здесь еще одна желтая машина. Нет, это он. Это он. Да. Это он? Сядьте машину. Машину. А нет, это еще, здесь еще одна желтая машина. Я шипы кинул. Ставь шипы. Второй тень. Так тачку поставьте тогда, перекройте. Да-да-да. Они же на таран все равно тогда возьмут. Да пусть берут, они без колес. Телис, это он перед нами? Ответь. А Максим Коленин, 312-й что он был, да? Ну, я не помню, кстати. Тихо. Я перекрою. Выехал. Да нет, не надо за ним ехать. Короче, давайте делаем проще. Вызываем эвакуатор, пусть забирают машину. Ну да, давай. На этом зацикливаться нет смысла. Да, давай тогда пускай ее забирают. Сейчас подъедем, со скинем. Но он на очко упал. Да, но мы ему, смотрите, угон заруинили, то есть свою задачу выполнили. То есть после того случая он понял, что, короче, это того не стоит. Да. Сейчас я тяну сос. Что говоришь? Какая сумка? Свой среди да чужих или как? А, да, бля. 20 тысяч. Сколько? Да, 20. Я вопросы. Да ну ты бился, заруинил. Чего нихуя не стоит? Валишься тут, значит. Ты че, приколись? Они на помойке валяются, блин. Ну вот, смотри, на мопеде Кен по-любому с наркотиками там забит у него там чисто. Да, блин, под сиденье забить. Они нихуя не стоят, Артур. Что там эти, уехали, сука, эти, ебаные? Говорит, уже понятно, что ты ФСБ, бусик палишь. В смысле, обычная буханка. Пишет мне, бусик получше спрячь. Подожди, он про нас имеет в виду? Никто, конечно. Дороже, ну, сейчас спрячемся. Он, наверное, байт. Может, байтит. Может, под мостом? А, нет, я не выйду потом, там забор. Дело в том, что ты вообще ничего не понимаешь. Типа, слушай, Кент, что ты втираешь мне? Какой бусит? Да пошли ты его просто на три буквы и все. А, ну да, кстати, как делают все. ФСБшники здравые. Здравые ФСБшники. Там вон, возле ППС движ какой-то. Их сейчас там тулить могут начать, пацаны. Последите за ними, чтобы мы сейчас хлопанули им. Это Бэха вот, да, которая стоит? Да. Нам надо было в транспортную компанию прям заехать. Андрюх, отойди сюда ко мне поближе. Давай. Тихо. Тогда мы, может, за ними лучше посмотрим. Давайте просто приезжаем и всех вяжем здесь. Почему? Как? В смысле? Ну просто их вяжем, они берутся, садятся в машину к ППСникам. Реально, всех три человека здесь. Поехали. Беги сюда быстрее, Андрюха. Бегу. Давай. Давай, Рамилька, быстрее. Мне кажется, они стреляют. Все, мы на перике. Вяжите. Всем лежать, работает ФСБ. Не бейте, пацаны, на месте. Не бейте. На месте остается. Взял за руку человека напротив, достал частями тучат, начал без человека напротив. Пустой, тут пустой человек. А я чё? Не рыпаемся, на месте остаёмся, говорю, и тишину соблюдаем. Не услышал меня, что ли? Отойди! Так, сотрудники, я не понял, вы что-то против имеете, что ли? Мне плохо, я теряюсь. Вы боитесь, что на вас целятся, что ли? Задержание проводите и уезжайте отсюда. Давайте. Дерево под руку. Взял под руку. Ну так едьте, это приказ. Приказываю вам. Давайте, выполняйте. Сотрудник Федеральной службы безопасности. Подожди, у нас тут интересный. Слышишь, мент? Мы помогли. Не обязан удостоверение. Задержанного машину и поехали отсюда. Приказ. Уважаемый, отойдите отсюда. Вы отказываетесь выполнять мой приказ? Просто, сотрудник. Подожди. Мы вам вообще-то помогаем, вы стоите. Вяжем ППСник, ребят. 2 метра, быстро. Вяжем ППСник. Гражданский, отходим от задержания. Нет, не вяжем. Я последний раз повторяю, дистанция 2 метра, три отсюда, живо. Я кусаю. Все, граждане, отходим. Отходим от ситуации. Отходим отсюда, все, цирк закончен. Не,
Все, вы порешали. Все отходим с дороги или будете доставлены в КПЗ за хулиганство, блядь. Сколько вы будете ждать? Все, ребят, нам сниматься пора. Снимаемся. Все, поехали, поехали. Поехали, поехали. Не уходите, не уходите. Давай, не уходим. Езжайте. Прямо сейчас не уходим, не уходим. Работаем, ну, дальше. Все, поехали дальше. О, Итан Нельсон. Слышишь? Это мой зам с бригады. Подъехал, за нами тут катается. Он, кстати, в розыске нормальном таком. То он? Да-да-да. Ну, нет, их четверо. Давайте потулимся с ними. Ну, их четверо, 15. Слышишь? Ну, давай, ну, давай, 4, давай, 5. В принципе. А вы где? Давай тогда, 170? Давай в коробку тогда куда-то его. Вы где, парни? Мы возле ЕСС уже едем. Если ты это слышишь, без обид. Мы возле него. Да, конечно, без обид, но все хорошо. Мы ЕСС проезжаем, ЕСС проезжаем. Вы где, парни? Он прям рядом с нами, чтоб ты понимал. Догоняем вас. Парни, вам чего надо? Слушай, давайте мы начнем. Мы начнем. Употребил мятную пудру он. Нормально, да, все, да. Сейчас будет. Пропустите нас. О, тут еще ППСики, еще там ППСики. Там их еще ППСики, слышишь? Перегоняй, подрезай, гол. Подрезай. Пакуйте. В коробку, быстрее. Все, кинул пистолет Итану. Из машины быстро. Пристрел Итану кинул. Из машины быстро вышли. Он в тупике. В тупике. Ты больной? Из машины быстро. Выходим с автомобиля, бегом, сказал. Стреляйте в меня. Из машины быстро. Все, стреляй. Мы не... Ну почему вы не стреляете, блядь? Они же... Поломал. Поломал машину. За ними поломал машину. Открой дверь, Телес. Открыл, лети. Поехали. За ним быстрее. За ним, догоняй. Я попал, блядь, не могу побежать. Они вышли. Они с оружием все. Тулятся, да. Работаем, живо работаем. Две дал, в черном две дал. На 12 огонь! Одного кит. Все. Найс, где еще? Синий в футболке убегает, в магазин убегает. Все, я убил. Банку сперма зашел. Наших поднимайте. Он стреляет. Поднимайте наших, прикрываем. Еще один тулит. Спина тулит много, пиздец-то мы. Много сильно. Спина тулит! Там много. Ух, ё-моё. А, вот, все, голд со мной. Да, оттиснись. Я переодет. За мной бегут. Они в меня не стреляют, Телес. Блять, меня пролагало. Телес, я с ними бегаю. Алло, за мной бегут, блять, алло, халпа будет какая-то? Погоди, где-то, я под халпу. Аптеку убегаю. Я рядом с тобой. Понял. Тебе цинкую. Все, у меня положено. Их дохера. Я сейчас их подожму. Боже, и убью. Кто там подъехал? Там вообще пиздец какой-то. Мы успеем подъехать, здесь нет? Очень жесткая тулева, очень жесткая. Ну мы этих четверых развалили, там только этот... Итан. Итан остался. Их он у меня... Блин, их очень много, я даже вас не спасу, ребят. У меня просто много, там все залагало. Или нет? Вот такие фризы люди. Они у меня стреляли. Че, вас перехерачили всех, да? Ну да, тихо, мы тихо. Тут водили. Я баканул, они сейчас как не баканули. Может, к Андрюхе подъедем? Да, я ж про это же. Тихо, поехали, я подъехал на синей РСке. Я на синей РСке, садись. Наши всех перестреляли. Ты на синий? Где ты? Да. Пацаны, ко мне подходит информация, что та группировка, которая только что нас размотала, во главе с Итаном, у них скоро будет деловая встреча в ресторане возле Батрева, там возле воды. Как он? Флот какой-то? Кёрнис. Только туда еще ехать не надо. Ждем, пока мне мои ушки нашептают более четкую информацию, и тогда мы уже будем готовиться к какому-то плану.